Добро пожаловать на просмотр новой информации по игре Pickup. Сегодня я скажу примерную дату выхода от разработчиков. Вся эта информация не фейковая, она взята из официальной группы разработчика. Ссылка на нее уже в описании. Что ж, по словам разработчика, выйдет игра примерно 5 июня. До выхода игры остается где-то неделя. Совсем чуть-чуть. Как только она выйдет, сразу же ждите обзор от меня. Ну и немного новой информации по игре. Первое. Магазин, в котором продаются вода, хот-дог, газировка, консервы, будет работать круглосуточно. Чего не скажешь о покрасочной. Она не будет работать ночью. Там можно будет перекрашивать машину и чистить ее от ржавчины. А также покупать баллончики с краской. Да, теперь можно задувать машину из баллончика. Также по ночам не будет работать магазин запчастей. Кстати, там добавились приборные панели, сиденья, капоты, бампера, домкраты, канистры, инструменты. Все это надо покупать. АЗС работает круглосуточно. Там можно заправить или залить бензин в канистру. Также в том посту, откуда я брал инфу, было написано много информации про работу склада. Но скажу я лишь пару важных вещей. Там будут уровни, где с повышением будут даваться различные полезные предметы. Это капот, диски, рули и так далее. Всего будет 4 предприятия, куда можно будет возить грузы. И в каждое предприятие свой груз. К примеру, в покрасочную мы будем возить краску, ну и баллончики с краской. Ну что, на этом все. Осталось совсем чуть-чуть. Поздравляю всех с окончанием учебного года и началом лета через пару дней. Рад всех был видеть. Встретимся в следующем видео.